Правительство Поморья пообещало начислять северный сверхмрот. Точку в длительном трудовом споре поставил Конституционный суд. Решение принято по итогам рассмотрения обращений жительниц Карелии, Алтайского края и Иркутской области. Конституционный суд считает, районный коэффициент и процентная надбавка не могут включаться в состав минимального размера заработной платы. Долгое время именно такая практика и была общераспространенной. Однако в 2016 году Верховный суд принял решение, в соответствии с которым районные надбавки вошли в состав МРОТ. Теперь для исполнения решения Конституционного суда потребуются дополнительные средства. А бюджет региона на 2018 год уже сформирован. Мы всегда в правительстве области занимали позицию о том, что заработная плата людей, работающих на северах, как касается территорий, приравненных к крайнему северу, так и непосредственно на крайнем севере, должна отличаться в большую сторону от среднестатистической по стране. От имени регионального правительства направлены в адрес Министерства финансов Российской Федерации соответствующие расчеты, запросы. По предварительным расчетам требуется порядка миллиарда рублей.